Здесь же нереально трахаться. Надо проверить. И меня вообще не видно ни откуда. Вот эти вот только диски восьмеру стоят, понимаете? Ты сидишь. Не знаю, экшен, разъебись нахуй. Ну ладно, по встречке поедем вот так. Можно называть сумму, во сколько у меня обошелся? Угу. Долларов у меня обошелся. Слышал этот трек? Слышали этот трек когда-то? Это, короче, Марген Хер и Холостяк. В том же Тимати называют Тимати. Это холостяк, типа. Я к чему? Хотел, чтобы вы почувствовали, что такое 1500 ватт или киловатт, я не разбираю звука. Чувствуешь, когда я поворачиваю рулем, у тебя чуть-чуть, типа, поддержка боковая, вот так вот, смотри, сейчас влево. А, да, какая-то женская рука, да. Да, согласись, как будто тебя так трогает. Да. Это вот такие активные сидения в Мерседесе. Короче. Я здесь, да. Ситуация какая? Майбах S600 V12. V12, покажи его там сзади. Вот, видишь? Да, все, показал точно. 6-литровое двигло, 530 кобыл, только задний привод. Возможен, вообще невозможен передний привод. Мобилыч хотел сказать, Давидыч, блядь. Вот посмотрел видос Давидыча, там, где он лошит Maybach GLS, и, блин, охренел от того, насколько херовое качество в новых Мерсах. А эти, сука, собрали 25 миллионов, это, что за звук? Эта машинка 16 года была куплена с 51 километром пробега. Мы сейчас остановимся, снимем пленочки с порогов. Уже с экранчиков поснимали везде, осталось... У тебя Паркинсон, что ты дергаешься? А? Что тебя дергает? Мой стиль с ней съемки привыкает, типа. Да. Ты же меня попросил. А давай тогда вот туда буду. Куда камера, туда и я. Хорошо, давай. Тачка в самом максимальном заряде. Здесь есть абсолютно все. Ночное видение, удержание полосы, помощь при рулежке, камеры 360, проекция, самая топовая Бурмистер High-End 3D. Кожаный потолок, потрогайте, это кожа на пол, потрогайте. Да не трогай грязными руками, потрогай лицом. Кожа. Блин, даже в местах, где не должна быть кожа, здесь кожа. Это, кстати, короче, шпон, натуральное дерево. Массажи, 6 типов массажа. Хочешь, включу тебе массаж горячими камнями? Да, давай. Смотри, сейчас, вот массаж тебе, давай, вот этот, горячими камнями. А себе включу простаты, просто уже возраст такой, что можно и, ну, вот это, типа, активирует простату. Ну и все, ты включил мне? Ну да, ты сейчас почувствуешь. Делать вид, что чувствуешь? Панорама. Это как бы, это, блядь, на меня можешь повернуть камеру? Панорама, это как бы не новшество, это во всех Мерседесах S-классах есть. Единственное, чего нет в этом автомобиле, это холодильника. И слава богу, кто пользуется холодильником? Вот у вас есть холодильник в машине, вы им пользуетесь? Один раз кинули бутылку, я вам гарантирую, что вы ее туда ни разу не доставали. Она у вас там до сих пор лежит, и как бы она холодная. Но мы когда сейчас с вами перейдем назад, я вам покажу. О, здесь даже, смотри, вот это ABC. Это нормально, что мне что-то в жопу залазит? Да, это... Это мои настройки. Это пан Мерседес. Вон, видишь, вот там вот подпись? Ага. На лобовом. Да. Это подпись чувака, который собирал движок в тачку. Ну, ее не видно. Ну, я Форд подснял. Там не Мерседес написано, а там подпись. Ну пошла. Ой, блядь, я ее словил. Вот тот чувак собирал эту тачку, и вот он, этот? Да, напердел в эти сидушки. Я говорил, слышишь, я же говорил. Сюда сними, смотри. Сюда. Три. Да. 2, 1, прямой эфир. 792 километра пробега в автомобиле, 752 из них я проехал. Uh-huh. Массажи, подогревы, обдувы, uh-huh. Подогрев вот этих подлокотников, подогрев всех подлокотников сзади. У нас везде эксклюзив Napa Leather. Я вам гарантирую, если у вас есть... Девушка, расскажи про летний душ лучше. Вот. Летний душ, значит, летний душ, он включаю. Кстати, никогда не носил цепь. Может, цепь начать носить? Где именно? Я не знаю, он менты стоят, можно меня их спросить. Дерево, кожа, алюминий. Все на высшем качестве. Это Maybach. Это вышка Top Luxury Gold Amazing. Не знаю, зачем мне этот автомобиль. Подогрев охлаждения подстаканников. Топовые, просто топовые сиденья первого класса. Подушечки, подножки, подголовку. 4 массажа. Короче, роскошная машина под водителя. Но и водителем в ней быть просто невероятно круто. Вот смотрите, мы переезжаем даже не лежачего полицейского, а гребанных
вот такие вот валуны трамвайных путей. Можно мне выключить, пожалуйста, массаж? Уже все? Не, кайф, конечно, но... Но он горячий, да? Но такой? С простатой перебор. Тачка куплена была в США на аукционе. Сразу переодел в рестайл. Сейчас снаружи. Вот. Угу. Хочешь, показали, я тебе салон подсниму сейчас? Не показали, да? Только что подсказали? Ну, я думал, покажут тачку снаружи. Давай я тебя подсниму, хорошо? Ты сейчас нажимай пальцем. Куда? Двойной козырек. Ёбаный нас. Это первый? Это второй. И меня вообще не видно ниоткуда. Я именно робокоп. И если я включу проекцию, я могу по приборам ехать. Мне вообще наплевать, кто там с какой стороны. Все говорят, сзади ездит босс, босс ездит спереди. Меня вообще никто не может узнать. Вот они там справа, может быть, минимально меня увидели, но на таких скоростях это невозможно. Просто невозможно. Давидыч, сиди. Посмотри на этот шов, блядь. Охуеть. Просто идеальный. Это же делают люди, которые аппендицит вот это зашивают. Аппендицит. Аппендициты. Аппендиксы? Да. Кстати, вполне вероятно, что есть такой нюансик, что тачка гивэвэйная. Ну, типа, блогеры разыгрывали, я выиграл. Слышал про этот скандал, что комара битый, прям жестко битый, разыгрывает? Не, не слышал. И я вроде бы как не имею ничего против, и что, поохуевали, блядь, вам бесплатно дают тачку за 18 косых, а вы еще фонитесь. Кому не нравится, до свидания. Все камеры ночного видения, инфракрасная камера, вот эта вот вся поебень. На вам нахуй не нужна и не интересна. Вообще не нужна, абсолютно, вот прям не пользуйся. Все, что в этой тачке крутое. Потом сегодня мы снимем обзор на вот этот Peugeot. Сейчас, я как его призываю. Знаешь, даже обидно, что ты так себя ведешь. Как? Ну вот так, типа похабно, по-хамски. А, все, извини. Нам кстати, тебя... Ой, красиво. Тебя на Ютубе поздравили с тем, что... Что? У тебя квартира новая. А еще ничего не этот. Давай дальше обзор квартиры твоей. Вот моя квартира. Ты потом, ну, зафотошопишь, чтобы да. она здесь была. А, как вот думаешь, менты нас остановят, что я держу камеру? Это новая Печерская выжа. Мне здесь, я купил квартиру себе. Она очень большая, в ней есть две комнаты, потому что, ну, так построили. И я сниму на нем обзор. С этими дисками приехала машина, они продаются. 20-й радиус, Майбах. Вот эти вот диски, вот эти. Да, да. Вот так машина выглядела, типа, это дорестайл. А сейчас вы... Опять? Не вышло или нет? А что? Ну, типа, показал, как рестайл выглядит? Нет. Да, сука. Короче, в какой-то момент видоса вы увидите, как выглядит рестайл. Уф. Рестайл, что поменялось? Решетка радиатора с надписью. Что написано? Саня. Саня. Значок тоже Саня. Фары, вот эти мультибим самые мощные. Классный бампер. Идем с другой стороны. V12. Ух, блядь, подожди. Сфоткай, я потом на аватарку поставлю. Вот эти вот только диски восьмеру стоят. Понимаете, восьмеру. V12 видели? Ага. Еще раз. Диски видели? Нет. Сзади они просто разноширокие, другие. Майбах видели? 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 У меня S600, но в рестайле он S650 называется. И поскольку рестайл сделали S650. Вот такое тиснение говорит о том, что это Майбах. Вот это все элементы Майбаха. Но, давайте вот сейчас вот так прям, как Скорсезе на лицо прямо. Но. Основное отличие Майбаха от простого S-класса — это то, что он длиннее на 20 сантиметров. S-класс лонг. И заднее окошко, форточка, я вам сейчас покажу снаружи, в двери, она остается всегда в автомобиле. То есть дверь удлиненная, она открывается без заднего окошка. Поэтому если вы просто видите все вот эту вот мишуру, лейбы, значки, надписи Майбах, то это просто человек сделал... колхоз, как на многие на BMW там M-обвес вешают, но это не делает ее МК, она все равно дизельная, двухлитровая. А Майбах — это именно удлиненная гипербаза и более роскошные материалы. Кстати, вот это вот ABC Air Body Control, это самая everybody топовая play. Everybody play the music, как-то так. Короче, это самая топовая пневма гидро пневмоподвеска в Мерседесе, которая по камерам считывает дорогу
и подстраивает подвеску под нее. Те самые нудные обзоры на автомобиле. У меня? Да. А чего? Не знаю. А чего? Не знаю. Ля людей сколько. А чего не хватает-то? Не знаю, экшена, разъебись нахуй. Бля, заплевался. Ну ладно, по встречке поедем вот так. Кто первый свернет? Я. Потому что я не прав. Нельзя быть... Нет, так это фотошоп, ты не ехал по встречке. Такая дебильная улица просто. Я еще и песню там заказал с тобой. Да. You make me feel so beautiful. Это уже дома. Короче, у меня единственная польза от прошлого брака, это то, что меня научили ухаживать за тачкой, вот такой вот кисточкой. Ну, я не знаю, бабы в основном лицо такой штукатурят. Я вот так вот тачки. Ну, потому что пыль идет. Слушай, чувак, а давай так, если... Назови сумму лайков реальную, как ты думаешь, сколько соберет это видео? 6-7? Тысяч? Лайков всего? Ты что, дурак, блядь, здесь статистика мертвая. А что, тебе 7 тысяч лайков много будет, да? Не-не, 6 лайков. Назови, короче, смотри, я хочу, чтобы подписчики выбрали, что мы покупаем сейчас. S-купе кабриолет или Bentley кабриолет? Уже Bentley на 30-ку дороже. Сука. Я все бачу, блядь. Так, я посмотрел твою статистику, тогда миллиард получается лайков. Думаешь, реально? Да. Блин, ты меня веришь? Ты единственный, кто меня верит. Знаешь, что еще? Что, может, познакомим ребят с Айзой, моей новой девушкой? Нет. Блин, ну тут посмотри, тут к швам нет вообще никаких претензий. Мне кажется, что это последний Майбах с адекватной... Швами. С адекватными швами, с классным качеством. Блять, фокусировка, ну, вышла из чата вообще. Что же ты такое? О! И швы даже видно, нихуя себе. Кстати, мы едем на 20-х дисках с Runflat резиной, и машина все равно мягче, чем именно жопа у мега толстенной женщины. У очень толстой женщины. А двигатель же здесь, да? Да. Можно глянуть? Ого, прикольно. А, да, тут здесь еще духи. Хочешь, чтобы пахло духами? Нет. Понял. А, типа духи Майбах? Ну да. Нихуя себе. Ну, это не майбаховский запах. Так что ты пиздишь-то? Майбаховский запах надо ждать, пока приедет. Я взял то, что есть на рынке. Ай, блядь, ну поёбли. Сейчас покажу, как надо ездить в Майбахе. Да ёб твою мать, блядь. А, кстати, если говорить про понты, то понты это вот изики за 700 евро, там типа. Это часы какие-то. А вейбоны это Майбах. Пускай черные поют. Get down, girl, go get down. Get down, girl, go get down. Ни хрена не вижу, если честно. Тут уже вопрос времени, пока мы разъебемся. Блять, сложно быть оператором, я уже заебался. Так, ну, неудобно, гипер. А прикинь, вот операторы, типа, вот многие, когда целый день съемки, ты ж в кучу неудобных позах сидишь. И хуйню слушаешь. Это мой бог, тут есть такой кусадок. Понял. Подожди. Чего? Так ты Даня Милохин. И Клава Кока купила Майбах себе. А. Шаришь? Нет. Сейчас все нормальные, адекватные блогеры покупают себе Майбахи. А что ты тогда купил? Я же в Штатах купил, типа. А. Ну, типа, я купил, чтобы продать его. Я могу выключить уже камеру? Да, желательно. О, голый мертвый. Класс. Давай подними. Сейчас, короче, Собчак придет, будет мне задавать вопросы. Но, по факту, ничего интересного рассказать про машину не могу. У меня никогда не было такого дорогого автомобиля. Несмотря на то, что я его купил в Америке. Можно называть сумму, во сколько он мне обошелся? Угу. Долларов мне обошелся. И вот так вот абсолютно на всех порогах. Ну вот мы потом это снимем. Как бы я очень круто отношусь к пригону тачек из Америки. И поэтому для того, чтобы этот контент был более интересен, я хочу пригласить сюда человека и поговорить с ним. Присаживайтесь, девушка. Здрасте. Как ваше ничего? Привет всем, знакомьтесь, это Айза. Это моя девушка. Давай. Это Айза, моя девушка. Сейчас мы вам расскажем историю, как мы познакомились. Презервативов здесь нет, кстати. Мы ими не пользуемся. Чтобы мне было удобнее, я еще сделаю вот такую вот темочку.
прости. Ну, типа. А чтобы мне было удобно, можешь что-то сделать? Да, ты можешь поднять вот эту себе штуку, как хочешь. Ну, ты думала, я шу, куплю машину, и тебе будет неудобно? В смысле? Только это так можно? Ну, конечно. Только вот ты не можешь прижать водителя. Вот так вот сейчас сделай, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И подножки вот там еще, пожалуйста. Не помещалось. И поехали. Все вы знаете, что я развелся. Правда? Да, это счастливый момент моей жизни. Прошлое остается прошлым. Но смотри, на момент съемки этого видео еще не развелся. Блин, ну что ты это, что ты? Она сейчас дома. Ты мне лгал? Это другая жена. А. То после первой была, типа, как тестовая еще одна. Это там, где двое детей, типа? Да, я левел выше взял. Сижу я, значит, в ресторане со своим партнером, обсуждаем с ним NFT-токены, инвестицию в это, там, разработку. Мы, кстати, уже две коллекции выпустили, снизу ссылки, покупайте, это наши NFT. Слышно будет, как я чавкаю жвачку? Да, это нормально. Сижу, и справа от меня через... Два столика сидит Айза. Я не знаю, как зовут этого человека. Я не знаю, кто она такая. Я такой смотрю, думаю, боже, какая красивая девочка. И абсолютно вот у меня максимально пропадает желание вести дальше какие-то рабочие встречи. И Стас, мой партнер, говорит, куда ты все время смотришь? Я говорю, посмотри, какая красивая девочка. Не-не, ой, я вас так буду снимать. О-моё, вот это ты придумал, да, кстати. И тут Айза встает и пересаживается на другой столик напротив. И получается, что у меня встреча вообще уже прям в минус уходит. Я не слушаю Стаса, он мне там что-то говорит, я ему ничего не отвечаю. Глянь, какой трек сейчас включился, поэтому...